Это поясняющее видео по поводу встречи 99 уровня Красного Чокоба. Сначала телепортируемся в Джахару. И меняем партию на боевую. По пути избавляемся от врагов и от Чокоба. Три Чокоба находятся здесь. Три Чокоба здесь. Выходим и меняем партию на участника, под которого заточен лист. Далее определяем свою позицию. «24.90». «24.91». «24.31». Итак, выделяем строку. И видим, что нам осталось 63 пункта до встречи с Чокоба. Соответственно, имеем в виду, что переход между локациями займет около 10. Соответственно, продвинемся где-то строк на 40-45. Десять, двадцать, тридцать, сорок. Потом заходим в локацию. И определяем свою позицию. «25.49», «26.44». «25.50». Итого нам осталось всего две строки, и мы попадем в позицию 9.5.05, которой соответствует встреча с этим Чокоба. Соответственно, продвигаемся на две позиции. Раз. И два. Если по пути встретятся враги, то с ними нужно разобраться, не сдвигая счетчик. До этого у меня экипирован аксессуар Ниха Палава. Вот. И, соответственно, скорость поставлена на минимум, чтобы предмет успел подействовать до того, как враг атакует. Соответственно, проходим к месту, в котором обитает Чокоба.
Вот он, собственно, и персоной. Как бы на этом, на самом деле, с гайдом по встрече все. Можно просто попробовать с ним разобраться. Ну, у меня пати достаточно прокачана, поэтому особых проблем в этом не будет. Применяем на него берсерк, чтобы избавить себя от хлопот. После этого его можно просто атаковать. У Чокуба, кстати, очень высокое уклонение, но у меня стоят аксессуары на игнорирование данного уклонения. Как бы на этом все. Спасибо.